Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Итак, что у нас? О, ну что ты там смотришь? Там ничего интересного нет. Так, давайте. Недалеко где-то. А, так это вот за углом. Ничего страшного, сейчас мы... На крыше? Лучше вмешаюсь, пока не дошло до жертв. Так. Подбросить в воздух троих, ударить током одновременно троих. Да тихо ты. Где у меня током-то бьет? Вау! На. На. Да подождите вы. На. Да подожди, еще немножко. О, люблю, когда парни из Соболя так и лучатся. Не получилось, да, значит? Или это их тошнит? Ну и ладно, не очень-то и хотелось. То есть нет, ну хотелось-то очень, конечно, но хрен на вас. Меня Мэй ждет. И опа. Ты меня не ждешь? Или ждешь? Интересно, в чью хату-то я зашел? К ней или к себе? У меня же там хата-то еще та была. Пит, куча мусора. Ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. MJ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Ранее тот же день. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Так, надо не попасться, да? Получается так. Офис. Возможно, внутри есть что-то связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Вот так. Мартин Ли платит боссу? Рик, иди сюда! Босс хочет с тобой поговорить! Да. Нужно проникнуть в тот офис. Ли финансирует проект босса. Хреново. Лучше поправь этот шаг. Босс. Что они строят? Это да все как? Для Ли? Не видят, не видят меня, что ли? Осторожно. Это что было? Стойте! Тихо. Задание провалено, ладно. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Что они строят? Это все для Ли? Осторожно. Ты ее пробовал? Ну, давай разворачивайся уж. Что это за звук? Клянусь, я что-то слышал. Так, а как мне пройти его? Тихо. На гильзы нельзя наступать. Эй,
Да блин! На гильзе нельзя наступать. Понятно. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Сюда не зайти. Она не строит. Это все для Ли? Ты ее пробовал? Осторожно. Надо не задеть их тогда, получается, вот так. Да. Потихоньку. Не надо задевать эти коробки. Черт, для чего нужны эти огромные колеса? Для вездехода какого-то. Я же тут ее оставил. Ну, что ты ищешь? Так. Ну ты что натворил? Стойте! А, блин! Сама же позвала и сама же попалась, блин. Да что за хрень-то? Что ты за баба такая? Где она? Я же тут ее оставил. Эй! Кто это там? Да никого нету, тебе показалось. Блин, блинский. Ладно. Чувствую, мне тут придется подзастрять немного. Ты потуда, я посюда, вот так вот. Что это? Какое-то военное оборудование? Да конечно, тебе строят. Кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Смотрела фильм это, кто там, что-то, Лига выдающихся джентльменов там строили, наутилусы всякие. Но нужно действовать осторожно. Так. А вы что ходите? Это просто так слоняетесь. Просто так ходите, слоняетесь там. А что здесь? О, не надо! Не заметит! Ну ничего, пощечину-то. Надгробие. Ты прав, Рик. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. Куда ты? Вот черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Ну, стреляй! А вот зря ты стрельнул, сейчас я уже понимаю об этом. Я разочарован. Сломал пистолет. Мне нужен новый сварщик. Чувствую, мне его бить не перебить будет. А таташеньки тата. Нужно проникнуть в тот офис. Ну ты дура. Реально дура. Ты видела, что он с пистолетом сделал? Ну давай. Господи, если тебя поймают, тебя пополам сломают. Причем
Не метафорически, а реально. Это я от пыльцы такой нет. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная... Ну вот. GPS-трекеры. Бери. Для чего они над гробью? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Фух, ушла, ну и ладно. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... Возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Карица это... карри... карица. Карри это вкусно. Простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они... были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Это дыхание дьявола. Я тут подумала. Что за хрень? Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук? Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. А... только не это! А! Сгорела. Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О, финдиректор Оскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Правда. Ты что так сбегаю? Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Сейчас приберу. Куда мне ее лучше? Просто... положи на диван. До встречи. Ага. Ну все, я побежал. Дела, знаете ли. Ну давай. Деловой человек. Деловой человек-паук. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Финансовый директор Оскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супер богат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Давай. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! А, хорошо звучит. Отлично. Пока, партнер. Да прыгал, да прыгал. С пульбитами. Полиции не помешает помощи. Да тихо ты. Ох ты, как я тебя подвесил. На. Че, еще кто-то остался, что ли? А, вот смотрите, когда действительно кто-то остался. А, нет, это... Дай-ка я дверь оторву у машины. Вот так. Возможно, внутри есть еще. Ждите здесь, парни. Кстати, машины-то, заметьте, у всех одинаковые, однотипные такие какие-то.
Судзуки, как я не знаю. Это японские. Как он там? В такси такие, да, были? А у них... Нет, у них что-то другое было. У них мерседесы были. Точно помню. А вот японцы, не помню, что там еще было. Кто-то тут спешил. Человек-паук! Да, это я. Ты ранен? Я, да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. Да. Да подожди ты. Че, все что ли? Ого-го. На. По шея тебе. На. Подожди, не спешите вы так, ребятки. Успокойтесь, ребятушки. Опустите свои пушки. Я прибуду скоро, дети, но уже в бронежилете. Ой-ой. Что, еще кто-то есть? На. Ну-ка. Ну-ка, вот так вот. Бомбочка. Бомбочка. Да. Ладно. Ой. Не та, вот это. Это кто? О. Толстенький. Стойте, и вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Да. Да. На. На. Хорошая, ну? Драка. Пятерка за старание. А мне куда? Лифт не вариант. Они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Давай, 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 давай. Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. А чё ты не цепляешься-то? Подберусь поближе и вырублю. Вот так вот. Идем дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где еще лифт? Ага. Вот главное, чтобы... Вытечется. Снизу главное, чтобы лифта-то не было. Мне в любую, да, надо? Зайдем вот в эту. На месте. Открываем залог. Ой, я думал, это вырывать надо вообще-то из стены. На свет не выползаем. Не выползаем. Правильно. Да спустись ты. Ты как-то можешь спуститься?
Блин. Подожди. Ты на пол можешь спуститься? Твою ж мать-то. Прилип и все. Ладно. Скинули. Давай, мне же не обязательно вас всех... Всех валить вас. И опять. Высокое здание. Зажигательные? Серьезно? Быстрей! Вот ведь! Так. Успел. А я успел. А вот вы не успели. Да цепись ты от стены. Что ты прилипало-то такое? Это Стендиш. Ладно. Что теперь? Вводи свой пароль. Так. Сзади будем убирать. Стоит вырубить его. Ахуа, муа-муа. Вот тебе муа-муа, хуа. Кто там еще? Давай, давай, давай. Пока не видишь. Подвесили. Убрали. Так. А, так тебя здесь никто не видит. Давай. Куколок из вас наделаю. Ой. Еще ребята пришли. Бежим, 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 бежим. Это да. Конечно, я не мог долго скрывать это. Сказать по правде, так даже лучше. Давай, толстый. Подожди. Ай-яй-яй. На. Подождите. Да.
Рояль сломали, да? Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. Не все не в порядке. Вот так вот вам. Открывай. Старый знакомый. Ух ты. Этой штуке можно было бы заплатить за мою учебу. На. На. Тихо, тихо, тихо. Сынок. Еще разок. Нас тут прервали. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Ой, беги, беги, беги. Спасай свою давай, бухгалтерскую давай. Жопу. Стойте, этот лифт! Спасаем. Почти достал. Воу-воу-воу. Старайтесь падать медленно. Это как медленно стараться падать? Это в теории вообще как должно выглядеть медленно падать, стараться? Порядок? Крылья распушить, я не знаю. Чего, парашют открыть? Ага, да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. О, спас человека. Это мне плюсом будет. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? Коп-паук! А, Юрий? Ну ладно. Ну ничего, я сам посмеюсь над своей шуткой. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилани. Это мне куда надо сейчас? Я уже... Прием. Вот черт. Взрывчатка в одной из машин демонов. Нужно остановить их. Ух ты, копы и грабители. А можно мне с вами? Давай, выпрыгиваем. Время для пит-стопа. Останавливаем, останавливаем машину. Бомба. Нужно обезвредить ее. Подкрепление. Ездят вместе меньше выбросов. Уже плюс. Блин, надо было Е нажимать.
Вау. Ага, против этих вы не действуете. Ну, против... По-другому тогда будем действовать против вас. Бомба в автобусе? Я что, в фильме? Как же он назывался? Скорость. Литраж? Не, как-то не так. Скорость назывался. Так что не надо тут. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет. Подожди, конечно есть. Вау, какие-то точки. Вот, мне что надо. Ну ладно, давай проверим, куда я иду-то. Давайте по-быстрому глянем, что это там. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет, но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в адской кухне. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю. Дефицит бюджета и все такое. И... А, похоже на военное оборудование. Странно. Так, это чего? Человек-паук, ты нашел одну из моих наблюдательных точек. Кто это? Неправильный вопрос. Правильный звучит так. Сможешь ли ты разрядить мои бомбы? Он расставил по всему городу наблюдательные пункты. Понятно. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!